Дружба дарит нам чудеса. Надеюсь, у нас запланирована вечеринка. Мне не терпится зажечь. Это будет лучший вечер в истории, так ведь? Наверное. Что это с вами, девочки? Я думала, вы хотите повеселиться. Ну да, мы даже подготовили специальное слайд-шоу о нашей подготовке к спектаклю. Но мистер Крэнки Дудл сказал, что вечеринка не повод использовать его супер-пупер дорогостоящий школьный проектор. Может, одно из нас удастся превратить его угольное сердце в настоящий бриллиант!